И не важно, в каком жанре, это там популярная музыка или еще какая-то. И как ни странно, вот с годами, знаете, я, несмотря на все вот эти вот гитары, на барабаны активные, на все вот, на весь этот антураж рок-н-ролльный и, собственно говоря, суть рок-н-ролльную, я все равно прихожу к выводу, что самое главное, что я могу вам сказать, и самое главное, что в принципе я говорю вам о ни в коем случае не вот это вот, но это все какое-то, мне кажется, это уже так, фу. Мне кажется, что женщина активной должна быть все-таки как-то так с оглядкой на те чувства, которые она дарит миру, дарит тем, кого она любит. И все мои песни о любви, все. Нет ни одной песни не о любви. Но есть песня вот «Цой», с которой мы начинали программу, да, действительно, это наша дань людям, которые играли русский рок, вот, и которых уже, к сожалению, с нами нет, и на смену которым никто не пришел, никто больше не появился, так что получилось. Ну, время такое. Но что касается конкретно моей миссии, если говорить про миссию, такое громкое слово, может, какое-то пафосное, но тем не менее, мне кажется, что самое главное, это то, что вы выходили после концерта и друг друга еще больше любили. И больше вы на самом деле понимали. Ну, еще, конечно, здоровья, это понятно, которого я вам всем, нам всем желаю. И вот одна из самых, такие, знаете, юношеских песен о любви, это, конечно же, песня, я ее очень люблю до сих пор. Хотя их, кстати, очень немного лет. Это мне.